Сегодня хочу рассказать о косой веечке, которую использую при обработке края своих прихваток. Это итальянская косая вейка фирмы Софиса. Продается она фактически в любых магазинах для шитья и творчества. Я покупаю в магазине «Мои нити». Чем мне нравится эта веечка? Она достаточно тонкая, ее легко пришивать к прихватке руками. Она не утолщает край изделия. И самое главное, она очень хорошо ложится на сгибах. Вот видите, здесь это вот у меня обратная сторона прихватки. Вот лицевая, а вот обратная. И здесь она пока у меня только заутюжена, еще я ее не подшила. И посмотрите, как она ровно и красиво ложится. Это же просто сказка.